Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами пробуем все виды отечественной лапши, которую мне удалось найти. Сейчас мы все с вами откроем, заварим, посмотрим, что внутри, и выберем самую вкусную. Я думаю, конечно же, самая вкусная будет доширак, но тем не менее, меня очень заинтересовал этот Биг Бон, поэтому давайте все открывать и смотреть. Если честно, для меня было очень интересно вот эта вот лапша Биг Бон. Вообще лапшу Биг Бон я помню с детства. Кто ел лапшу Биг Бон? У нас с вами там Бэмби идет сзади. Я вообще в детстве любила такую лапшу всякую разную. Он мне плохо открывается. Так, давайте. Первая лапша Биг Бон. Ребята, она плохо, очень плохо открывается. Она вообще не отходит. Внутри мы имеем вилочку и приправы. Первые у нас идут овощи. Мясной бульон. Интересно. Слушайте, как пахнет. По вкусу очень вкусно. Это мясной бульон. Обалденно. И это приправа соль. Высыпаю все, чтобы мы с вами, ну, оценили как бы, да? Давайте заливать. Знаете, буду заливать немного, чтобы побольше у нас было специй, вкуса. Все, пусть размокает. Лот номер 2. Рамен. Ребята, это рамен от доширака. Знаете, мне нравится упаковка. Такой вот бокс. Открывается без проблем. Тут у нас тоже вилочка, как в дошираке. И вот такие вот специи. Давайте открывать. Первая специя пошла. И это приправа для бульона. Заливаем. Роллтон, обычный с курицей. Что у нас здесь? Здесь у нас, в принципе, тоже классика. Наверняка вы такое пробовали. Следующая лапша Роллтон кимчи. В принципе, тот же самый Роллтон. И вот такой вот.
Ребята, мы все залили, ура! Так, извините, тут как бы я не подумала, как вообще их различать, потому что упаковки так похожи, и поэтому тут у меня вот будут лежать такие вот обрывки от этикетки. Короче, очень круто сделал доширак, что вложил сюда бумажную этикеточку. Ой, давайте пробовать, я такая голодная, если честно. Я вообще очень долго сегодня думала, что же такого нам, знаете, с вами вкусного поесть. Ну и вот решила поесть бич-пакетов. На самом деле у нас на канале никогда, ребят, никогда не было такой лапши. Поэтому, я думаю, будет интересно. И мне будет интересно, и вам. Я хочу начать, на самом деле, вот с этих двух, чтобы их потом отставить в сторону. Давайте, наверное, вот с этого рамена. Потому что этот рамен от доширака. Ну, то есть, это какая-то их новая коллекция. Слушайте, все такое горячее, я не знаю, как мы будем есть. Ой, тут прям вообще у меня как-то мало бульона. Это у меня осталось кипяточка? Кипяточка не осталось. Ну, что вам скажу? В целом, нормально. Лапша какая-то просто пухленькая. Вы сейчас увидите. Лапша более пухлая, чем в обычном дошираке. Но по вкусу... Она более рыхлая. Я больше люблю обычный доширак. Неплохо. Давайте пробовать дальше. Возможно, знаете, нужно побольше кипяточка было налить. Но в целом... Но мне понравилось. Неплохо. С говяжьим бульоном. На основе корейской традиционной пасты чан. Мисо по-корейски. Вкусно. Я, честно, рекомендую такое попробовать. Ну, давайте с Биг Боном сравним, потому что, в принципе, они идут в одной, знаете, категории. Я, кстати, все цены буду указывать, сейчас уже не помню. Скажу вам так, посмотрите скорее на лапшу Биг Бон. Она абсолютно не так раздулась, да, по сравнению с той. Она держит форму. Она не так всосала в себя воду. Ой, бульон Биг Бона вкусный. Если честно, я когда была маленькая, в детстве ела только Ролтон и Биг Бон. Я не знала, что такое доширак, потому что, ну, вот так вот у нас в основном покупали Ролтон и Биг Бон. Тут бульон вкусный. Знаете, такой бульон? Ну, насыщенный, куриный. Это еще очень классная упаковка. Ну, знаете, бульон пряный, а здесь бульон, более мясной, но лапшу вы сами тут видите, она немного раздутая такая, но для меня вот здесь бульон вкуснее, а лапша вкуснее тут. Вообще я 100 лет не ела Биг Бон, и скажу вам, он неплох. Обалденно. Мне уже жарко, ребята. Давайте дальше. Это я пока отставлю вот сюда. Давайте дальше. О, я хочу попробовать вот это блюдо. Это лапша дашим. Или дошим. Пахнет какими-то овощами. Не прям... Это вкус говядины. Такой красный бульон, ребята. Хотела сегодня, знаете, думала долго, что же я хочу. И подумала о том, что мы с вами реально никогда, ребят, не ели такую вот лапшу. Посмотрите. Тут, кстати, видите, очень много зелени.
и... Мне не нравится. Вот это дашим вообще невкусное. Знаете, невкусный бульон. Он вообще не говяжий, нисколько. Просто какой-то соленый бульон. Такая вот, вот этот бренд. Не знаю, я вот конкретно вот этому просто троечку ставлю, потому что невкусно. И лапша какая-то невкусная. Ну, невкусно, ребят. Но внешний вид сами оценивайте. Ну, как бы норм. Но видите, бульон красный. И это не аппетитно. Он должен быть таким приятным. Слушайте, ну вот это я люблю. Это классика. Это вообще, ну, понятно. Давайте попробуем вот это от Ролтона. Это какая-то у них новиночка в стиле кимчи. Кстати, у всех разная лапша, видимо, разная, да, методика там у них приготовления. Тут уже бульон нормального цвета, нет вот этого красного, пугающего. Ну, то есть ты не хочешь есть красный бульон, ты хочешь есть бульончик такой, знаете, золотистый, такой, ну, как бы, близкий к натуральному что-то, да, хотя бы. Как вы часто едите лапшу? Подскажите мне, пожалуйста. Ну, тут как бы... Ну, вот так тут все. Давайте пробовать. Фух. Жарко. Пахнет, знаете, аджикой. Угу. И по вкусу аджика. Но лапша в роллтоне вкусная. Бульон аджичный. Реально напоминает, как будто бы это лапша остренькая с аджикой. Я не знаю, что они имели в виду. Можно было бы это сделать не корейским, а, допустим, кавказская лапша. Но сама лапша очень приятная. Давайте дальше. Так как, кстати, доширак, доширак. Давайте попробуем с вами доширак. И останется вот этот вот Ролтон. Давайте его попробуем, потому что мало ли, сейчас мне доширак не понравится на фоне, да, всех. Но круто они сделали свою картинку. Качественно. Ну, знаете, ребят, ну посмотрите. Ну класс. Ну вообще класс. Дошираку мы ставим лайк сразу. Ну вы видите эту лапшу? А, вот эти вот вкусняшки сверху. То есть если ту мы открываем и видим какой-то вот, ну сейчас просто посмотрите, просто сравните. Да, цвет лапши. Это вот Это Ролтон, это доширак. Ну, конечно, доширак выглядит аппетитнее. Это вот это красный бульон. Красный бульон, это вот доширак. По мне, все-таки, да, ну, вы видите сами, даже издалека доширак лучше. Но я, кстати, не замечала, что у доширака такая, знаете, пузатенькая лапша. Но она вкусная. Ну-ка, в их Ролтоне, ой, в этом, в рамене. В рамене, знаете, такая же, что ли, лапша? Вроде такая же. И чуть другая. Чуть другая, знаете, вот это Чан Рамен, он, у них лапша более такая пористая, более рассыпчатая. Здесь лапша поплотнее. Видите, здесь бульон, он тоже как бы красный такой. Ой, сейчас боюсь, вылью. Но он красный не прям уж, он больше в оранжевый. То есть такой, знаете, как бы перченый.
Вот так. Ну, вкусно. Осталось последний лот. Это... Ой, прям пахнет тут домом. Роллтон с курицей. Ну, пахнет курицей вроде бы. Но знаете, мне кажется, в чем роллтон уступает? У него не так насыщено все, как у доширака. Такой вот бульончик, я не знаю, вам видно, нет? Золотистый, да? Давайте попробуем. Вы знаете, что я вам скажу? У роллтона есть какой-то странный вкус в их бульоне. Что в том роллтоне, что в этом. Это, он, во-первых, соленый. Это то ли куркума. То ли что-то вот в этом духе, которое, ну, как бы, дает какую-то такую, знаете, ароматную пряность, которую я не очень люблю. Сама лапша такая пухленькая. Ну-ка, в дешираке. Доширак вкуснее для меня. Вывод, да? И Биг Бон. Вывод такой. Самая вкусная лапша в Биг Боне. Вот скажу вам так. Она не раскисла. Она не размякла. Она такая. Ну, она вкусная лапша. Удивительно, кстати, для меня, потому что я Биг Бон вообще не рассматривала. Не рассматривала я. А тут дошираки вкусная, очень вкусный бульон. Ну, неплохая лапша. Нет победителя, ребятки. У меня два фаворита. Это Биг Ланч. Чисто из их лапши, но и тут бульон тоже вкусный. И это, естественно, доширак, потому что я его люблю. Все детство я ела роллтон, но, скажем так, роллтон не очень вкусная лапша. Из-за бульона. У него такой бульон пряный. И сама по себе лапша, она раскисает во рту. То есть ты как бы, она прям совсем как манная каша. Это абсолютно безвкусное что-то, просто соленое. Нет. Ну, лапша, кстати, здесь не раскисла. Ну, вот в роллтоне, конечно. Хотя странно, да, роллтон выпускает. И макароны, вообще, как бы, самое главное по макаронам. Ну, не знаю. А может быть, Биг Бон тоже это... Биг Ланч это тоже роллтон? Ребята, это сложное видео. Морально я уже вся просто... Это, понимаете, такое, как бы, ну, блюдо. Нет, это биофуд. В общем, для меня стало открытие Биг Ланч. Я раньше всегда брала только исключительно, ну, вот этот. Но сейчас скажу вам так. Что я буду иногда брать и Биг Ланч. Вот. Вообще, как мои дела? Как вы думаете? Нормально. К Новому году готовлюсь. Но, знаете, к нам приезжали родители, и для меня как будто Новый год уже прошел. Это странно.
Это странно, потому что Новый год еще будет. А я как будто бы такая, ну все, вот у нас был праздник, как будто Новый год отметили. Странно, да? Я вообще люблю с майонезом. Очень сильно я люблю такую лапшу с майонезом есть. Ну, не буду. Так уж и быть. Хочу отказаться попробовать из майонеза, потому что в последнее время стало слишком много его есть. Вот, кстати, я нашла для себя очень вкусный новый майонез, называется я с перепелиными, я люблю готовить с перепелиными яйцами, вкусно. Вкусно. То ли я голодная. Если честно, я не знаю, кто еще так ест с аппетитом и с таким лапшу вот эту вот. Тут мне даже бульон нравится. Блин, вот если честно вам сказать, я бы взяла себе вот бигланч. Он офигенный. Он обалденный. Но у него лапша тоже, знаете, недостаточно раскисла, как мне кажется. Не золотая середина. Я больше всего люблю вот этот бульончик, если честно. О. Ребят, простите, все, мукбанг закончен. Фу. Я увлеклась. Я не думала, что это будет так интересно. Вообще, если будете ехать в поезд, рекомендую вам и доширак, и бигланч. И воды возьмите, чтобы, потому что сушняк после этого будет, я думаю, адский. Я ем такую еду. Ну вот сейчас я ем, а до этого ела где-то месяца 4 назад, наверное. Ем я такое редко, но, как вы видите, метко. Жара. Просто жара. Я, кстати, снимаю влог. Вы помните? Ну, вот влог ждите, влог будет. Знаете, тут абсолютно американская горка. Здесь мы летим вниз просто на скорости. А это просто мы пока что расслабляемся вот тут. Попробуйте бигланч, это топ. Бигланч. Вот. Как вам? Какие вы любите эти лапши? Ну, у меня, вы видите, мои фавориты. Даже по цвету. Это самое аппетитное. Это ничего. Вот это вообще ужасное. Ну и вот. Ребят, спасибо вам большое за просмотр. Что поели со мной лапши. Я пойду, наверное, умоюсь, пожалуй, потому что я уже просто... Увидимся с вами в следующем видео. А оно будет, надеюсь, скоро. Подписывайтесь в Телеграм. Все мои ссылки и контакты под видео. Я вас люблю, целую и пока.